put the sociology podcast on? Good morning. Here is the podcast on future sociology. In the future, sociology will absorb new technology from other disciplines. There are already wearable devices and eye trackers that are comfortable to use. These glasses make measuring cognitive load barely noticeable for a survey respondent. In the future, these methods will be improved and combined with neural networks, allowing us to measure various societal processes more accurately. Под искусственным интеллектом понимаются какие-то алгоритмы, построенные на основе данных. При этом к искусственному интеллекту можно еще относить какие-то штуки, которых на самом деле сейчас нет. Какие-то вот самообучающиеся системы. Device booting up. Device ready to use. Digital currency plus 47%. Smart home plus 23 degrees. Reminder, term paper presentation today. Weather forecast plus 34. Нейросети — это просто один из видов вот тех самых формул, по которым можно что-то предсказывать. То есть есть большое количество разного вида там закономерностей, которые можно доставать. И вот нейросети — это просто некоторый подход, в котором мы из данных постепенно по шагам извлекаем какие-то закономерности. Hello, Timofey. Your daily schedule has changed. A better way to manage your time has been found. Apply the new schedule attached. Your brain activity should increase in time for the first class. Please listen to the Neuro podcast. Пока что очень тяжело в машинном обучении получается переносить знания с одной какой-то области на другую. Это вот пока будущее. Нужно ли бояться искусственного интеллекта, рассуждения на это? Скорее с иронией воспринимаю, потому что, ну, максимально далеко от этого. Вот реальная проблема, о которой стоит сейчас задумываться, это да, то, что мы оставляем о себе настолько много информации, мы генерим столько данных своим поведением, что, ну, про нас известно все. Можно предсказать наше поведение. И вот эта проблема, его это нужно регулировать. А вот создание какого-то там мыслящего существа на основе компьютера, ну, это фантастом пока можно оставить. За 100 лет потеплело на, вот, к 2022 году на 1,2 градуса. И прогнозируется, что в следующие там 5-10 даже уже лет мы достигнем уровня 1,5 градуса, ну, потому что потепление еще быстрее происходит, чем прогнозировалось. Your city's climate will change a lot. It'll become considerably warmer. Even in November, you'll be able to walk around in a t-shirt. Winter promises to be warm. Опять же, в следующие 5 лет, там, с 97, по-моему, процентной вероятностью, мы увидим самый жаркий год за всю историю наблюдений. И вообще пятилетие будет самым тоже теплым за наше наблюдение. Проблема это есть. Да, человек может менять планету. Вы знаете, планета такая большая, люди такие маленькие, что мы там выбрасываем по сравнению с крупными вулканами. Мы когда так рассуждаем, мы забываем, что мы говорим об атмосфере. Атмосфера имеет толщину несколько километров. Если вы себе эту толщину представите в виде, там, ну, не знаю, маршрута до дома или до работы, это вообще-то не так много. Это совсем немного. А теперь представим объемы промышленных выбросов. И вот в эту закачивающуюся, в эту тонкую-тонкую пленку над нами, которая обеспечивает нам всю эту жизнь. Это загрязнение вполне реально, оно фиксируется, измеряется, потепление фиксируется повсеместно. Сеть наблюдений позволяет с достоверностью утверждать, что да,
сейчас гораздо теплее, чем 50 лет назад, чем 100 лет назад. Это вполне себе уже измерение, а не ощущение. Опасность подъема уровня океана вполне реальна. Уровень океана растет. Предполагает, вот ледники тают, и поэтому уровень океана растет. Да, но это занимает там половину, грубо говоря, от роста уровня океана. Вторая часть – это рост температуры воды. Вода расширяется, соответственно, занимает больший объем. Учащаются опасные вот эти экстремальные события, нагонные волны, наводнения прибрежные, которые вдруг возникают, проникают в те районы, где их раньше не было. И события с вероятностью раз в 100 лет происходят, раз в 10 лет, с вероятностью там близкой к нулевой, вдруг раз в десятилетие, значит, тоже начинает происходить. Отвечая на вопрос, какие ждут изменения климата через 30 лет, общее свойство и правило: там, где было сухо, станет еще суше, там, где было влажно, значит, больше будет осадков. Через 30 лет климат одних городов станет климатом, значит, других. Что я имею в виду? Что в Москве через 30 лет у нас, по идее, мы приходим к климату Воронежа. Я журналист, блогер и большой фанат науки. В этом видео мы поговорим о технологиях, которые есть сегодня и с большой вероятностью изменят нашу повседневную жизнь до неузнаваемости уже в ближайшие несколько десятилетий. Ну что, готовы? Погнали! Нам предоставили уникальную возможность побыть внутри операционной комнаты, когда там проходит операция на головном мозге. Уникальная часть здесь в том, что чтобы не повредить важные участки головного мозга, пациента вводят в сознание в ходе операции и с ним взаимодействуют. Вот сегодня нам удастся это посмотреть. Сегодня у нас очень интересный пациент. Он билингв, говорит на русском и табасаранском языках. Табасаранский – это лезгинский язык, один из языков Дагестана. И мы будем картировать речь на обоих языках и посмотрим, действительно ли оба языка локализуются в одних и тех же регионах мозга. А он боли не чувствует? Нет. Почему? Потому что в мозге нет болевых рецепторов. Операция состоит из нескольких принципиальных этапов. Сначала пациент находится под полным наркозом. Это не наша область работы. Мы приходим в операционную, когда пациент выводится уже из наркоза, находится в полном сознании. Затем мы работаем в тандеме с нейрохирургом. Нейрохирург стимулирует доступные отделы мозга. В это время мы проводим формальное речевое тестирование с помощью специально подобранных заданий, индивидуально для этого пациента. И в тот момент, когда стимуляция совпадает с речевой ошибкой в нашем задании, это означает, что эта зона критична для речи. И хирург маркирует ее специальным ярлыком, а затем избегает ее резекции. Я, честно говоря, в шоке от того, что сейчас происходит. Вот находится пациент прямо сзади нас, и прямо сейчас проводится операция над его головным мозгом. То есть скоро будут удалять опухоль. Все, поехали. Сейчас он находится в сознании, и в то же время вот за этой ширмой та часть его головы, она раскрыта, и там открытый человеческий мозг, над которым проводятся манипуляции. И с человеком разговаривают, чтобы удостовериться, что ни одна из важнейших частей головного мозга не задета. И, честно говоря, я просто... мне не жнит слов. Хорошо. Фундаментальные исследования в нейролингвистике, которые проводятся у нас в центре, имеют прямой выход на клиническое применение. Здесь мы говорим о клинических нейротехнологиях.
Уже сейчас мы постепенно переходим к пассивному картированию, когда, возможно, пациента даже не нужно будет полностью выводить из наркоза, а с помощью нейротехнологий мы сможем, пассивно предъявляя речевые задания, например, давая прослушивать какие-то отрезки речи, мы сможем определять, где локализована речь у этого пациента. Нейробиология, с одной стороны, очень многое понимает. И мы научились кое-какие болезни лечить. Мы научились проводить виртуозные хирургические операции, вмешиваться в работу мозга, вживлять импланты. В нашей лаборатории мы можем повлиять на ваше поведение. Можем сделать вас временно меньшим конформистом, влияя на ваш мозг. Но мы не понимаем некоторых фундаментальных вещей. Мы не понимаем до конца код, на котором работает мозг. Обнаружилось, что даже с принятием решения есть специализированные области. Если в основании вашего мозга, орбитофронтальной коры, у вас будет некое поражение тканей, у вас возникнут очень необычные проблемы и нарушения принятия решений. Там люди начинают принимать странные решения, у них проблемы с эмоциональной оценкой, они становятся рискованными. И так далее. То есть даже в принятии решения, в чем-то таком очень человеческом, есть функциональная специализация областей мозга. Не обязательно регистрировать активность вашего мозга. Можно узнать кое-что о работе вашего мозга по, например, движению ваших глаз. На что вы обращаете внимание? Насколько у вас расширены зрачки? Эта система называется eye-tracking, слежение за глазом, или окулография. Да, небольшие камеры следят за тем, куда вы смотрите. Device booting up. This is the item you purchased last time. New item. No information available. Recommended by 50%. After analyzing your preferences, we recommend you buy this beverage. Можно узнать ваши предпочтения, на что вы обратили внимание. И когда вы подходите к терминалу, начинаете выбирать то или иное блюдо, вполне вероятно, что за вами следят и смотрят, на что вы обратили внимание, что вы не купили, но увидели. Да, что вы, может быть, не заметили, что лучше сделать покрупнее и масштабнее. И такие технологии, безусловно, будут входить в нашу жизнь. Недаром говорят, что глаза – это зеркало души. И зачастую, именно посмотрев в глаза человека, мы можем определить, если ему скучно или радостно, если он злится или если он влюблен. Так вот, технологии, конечно же, пошли дальше и сегодня позволяют считывать малейшие движения глаза и определять, куда вы смотрите, еще до того, как вы сами это осознали. Сейчас мы находимся в нашей лаборатории окулографии, или как в мировом пространстве известной как eye-tracking. Данные устройства помогают отслеживать нам поведение ваших глаз до мельчайших микросекунд. Wow. И мы можем увидеть даже абсолютно неконтролируемые движения ваших глаз, о которых вы даже не подозреваете. Mm-hmm. Как вы можете видеть сейчас, камера четко отслеживает отражение инфракрасного света от сетчатки вашего глаза. И мы четко можем видеть диаметр вашего зрачка и mm-hmm. поведение вашего глаза. Данные технологии позволяют нам изучить поведение наших глаз абсолютно бесконтрольные и таким образом адаптировать всевозможные следующие и будущие технологии как раз под личное удобство человека. Всевозможные мельчайшие движения глаз могут сказать нам очень много о том, как вы оцениваете продукт, как вы оцениваете картинку, как вы оцениваете пространство и людей, любые взаимодействия. Как говорится, что если глаза – это зеркало души, то мы копаем даже глубже. Какое практическое применение этого может быть? Можно оценить, как вы оцениваете рекламу, как вы оцениваете веб-сайт, как вы оцениваете тот или иной продукт. Причем, как вы его оцениваете еще до момента вашего осознавания. Что привлекает вас на таком интуитивном, подсознательном уровне? На что обращают внимание ваши глаза? Сколько вы сосредотачиваетесь на каждой точке того или иного объекта, субъекта, который мы оцениваем? Ну, то есть, грубо говоря, через там, лет 10-15 можно будет зайти в магазин, и кто-то будет сидеть и смотреть, на что я первым обращаю внимание. На какие продукты, на какую рекламу. Вполне без шуток. Сейчас по миру множество разных компаний работают над такими технологиями. Ну, то есть большого брата будет еще больше.
Да, это суперинтересно. Получается, сам смотришь то, на что твои глаза как бы смотрят. И да. Потом уже понимаешь, что ты смотришь. Да. Мне кажется, я после этого эксперимента буду уходить и все разглядывать теперь. Сегодня, да, здесь взрыв технологий, интереса. Насколько они опасны, мне сложно судить. У меня, конечно, большой энтузиазм исследователя. Мне хочется эти технологии создавать. Когда я почувствую, что они опасны, я думаю, я первый скажу о том, что надо что-то с этим делать. И обществу нас скорее важно будет контролировать в какой-то момент это использование этих технологий. Хотим ли мы этого или нет. Stem cell treatment. Check the status of your telomeres with a DNA test. Get to know your ancestors and peek into the past. Find out your immunity to the new strain of COVID. Swipe right to left. You have strong immunity. Возможно предсказать риск тяжелого течения любого вирусного заболевания еще до того, как человек столкнется с инфекцией. Но для этого надо понимать строение вируса и хотя бы иметь первичный объем клинических данных о том, как протекает заболевание. Эпидемия новой коронавирусной болезни, COVID-19, она еще не кончилась. Правильнее сказать, что она никогда и не кончится. Она будет трансформироваться, так как она трансформировалась до сих пор. В связи с пандемией мы сейчас перейдем к тому, что геномный эпидемиологический надзор за вирусами уже должен происходить как нечто полностью распространенное. То есть патогены каждого пациента должны секвенироваться, прямо в кабинете врача загружаться в некоторую базу данных, после чего будет возможность видеть, каким штаммом человек болеет, какие новые, возможно, мутации, варианты появились. The pandemic actually was a very good example of that. So, unfortunately, of course, it became a big health problem, which is showing the systemic issues in our lives. So, a small virus created a lot of disruptions in our lives. Of course, we have lost a lot of lives. So, our condolences to those people who have lost their lives. At the same time, we've learned a lot. What we've learned, for example? We've learned that we can use information and communication technologies in a much more efficient way. We can work from home or from anywhere, actually, not necessarily home. But we don't need to spend our time from 9 to 5 o'clock in an office, and we don't need to rush or mobilize everybody in the city to be at the office at 9 o'clock in the morning. When so many people rush at the same time to run to the office, and there's a huge traffic congestion. Человечество оказалось и с точки зрения научной, и с точки зрения политической, и с точки зрения моральной очень слабым. Люди оказались не готовы к тому, к чему должны были быть готовы. Очень сложно спрогнозировать горизонт, но я думаю, это повторится, потому что вирусы постоянно присутствуют, человечество расширяет свой ареал обитания, мы идем в те места планеты, где не были до этого, и там существуют ареалы обитания новых вирусов и бактерий, с которыми мы еще не сталкивались, наша иммунная система не готова к ним. Ведь наш геном, он хранит информацию не только о нас, но также о большом количестве наших предков и родственников, которых зачастую мы не знаем. Это ярко продемонстрировала история 2018 года, когда в Калифорнии задержали серийного маньяка, убийцу из Золотого штата, Golden State Killer, который, вообще говоря, совершал преступление в конце 70-х, начале 80-х. И долгое время это дело оставалось не расследованным, но появились открытые сервисы, куда люди сами могут подгрузить свой геном и там найти своих родственников, если те тоже туда загрузили свои данные. Соответственно, полиция воспользовалась такой открытой базой данных, нашли там 2 или 3 десятка дальних родственников этого убийцы, ну а дальше уже по картотекам отследили вот эту большую семью и кто может быть подозреваемый. У них было 3 подозреваемых, один оказался действительно этим самым убийцей.
если мы говорим о глобальных трендах, о тех тенденциях, которые устойчивы и которые видны уже сейчас и, скорее всего, сохранят свое движение в будущем, то я бы в первую очередь выделил, конечно, человека. Но какого человека? Во-первых, человека неизбежно стареющего. Device booting up. The number of active elderly people will grow in the future, and life expectancy will increase. Да, действительно, существует прогноз ООН, который говорит о том, что к 2050 году численность населения существенно вырастет и составит 9 миллиардов 700 миллионов человек. В этом году, в августе месяце, численность населения достигла 8 миллиардов человек. Сейчас мы уже прекрасно понимаем, как стареет как человек в целом, так и отдельные системы его организма. Сейчас идет работа именно над этим аспектом, то есть как скорректировать возрастные изменения, либо как их избежать. Человечество все время придумывало новые технологии, как продлить продолжительность жизни. И когда человечество перешло к низкой смертности, сохранение высокой рождаемости стало приводить к тому, что численность населения стала расти. So there are already different tests, testing our blood and then looking into our blood to understand and to detect 50 different types of cancers, for example. So the cancer, which is claiming a lot of lives today, will be history in the future. That will be another word. The word tumor will actually disappear from our dictionaries. We'll be living longer. Humans will be here, and hopefully we'll be celebrating the next 30 years together. Хотя многие футурологи и говорят, что к 2050 году мы обретем бессмертие, цифровое или физическое с помощью современных реабилитационных технологий, технологий, которые позволяют бороться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, с помощью тех же биоэлектронных интерфейсов, например. Но останемся пока в рамках классического русла. Если очень примитивно, то у каждой клетки человека, практически у каждой, есть предел делений. И когда клетка достигает этого предела, она перестает делиться, и та ткань, в которой она находится, начинает изнашиваться. Весь вопрос, как регулировать потенциал клетки, делиться или не делиться. Мы, люди, и страны, которые столкнулись со старением, проводят политику активного долголетия. Они максимально сохраняют здоровую жизнь, не только жизнь, а здоровую жизнь. И то, что активность людей продлевается на десятилетия, это очень важное решение. В Японии принята программа «Общество 5.0», где они хотят к 2030 году достичь средней продолжительности 120 лет. Согласитесь, очень прилично. А теперь представьте, что перед вами пожилой человек, как мы бы сказали, лет 85, с всеми достижениями реабилитационной индустрии, и который имеет такую же мотивацию для работы, как молодой 25-летний выпускник вышки, но при этом у него есть одно главное преимущество – это опыт, который пока что ни один нейроинтерфейс передать не может. Во-первых, меняется само понятие, что такое пожилой человек. Если 100 лет назад человек в возрасте 40 лет – это был пожилой человек, то сегодня говорить о людях в возрасте 40 лет, что это пожилые люди, вызывает улыбку на лице. Поэтому еще вот продолжительность здоровой жизни будет продлеваться. И понятие «пожилой человек», если мы ассоциируем его с тем, что это человек, который уже нуждается в дополнительной поддержке, оно будет отодвигаться все дальше и дальше. Сегодня мы начинаем изучать наш курс машинного обучения. В рамках нашего курса мы научимся решать самые различные задачи. И, конечно же, мы познакомимся с различными архитектурами нейронных сетей. На данный момент алгоритм машинного обучения используется для решения самых различных задач. Например, можно генерировать какой-то текст или создать изображение, наложить фильтр. Device booting up. Activating emotion recognition system. Pupils are dilated.
the corners, so the lips and eyebrows are raised in a display of personal interest. В чем особенность нашей лаборатории, в отличие от множества других, которые используют электроэнцефалографию, что мы используем очень современный софт по распознаванию эмоций. Нейросети, которые определяют и считывают онлайн ваши эмоции. То есть теоретически это может использоваться, например, для теста на правду, да? Как? Вполне возможно. Сейчас технологии благодаря нейросетям развиваются настолько быстро, и то, что мы не могли представить, что будет работать вчера, работает уже сегодня. Благодаря нашей технологии, благодаря ЭЭГ, благодаря полиграфии, мы видим ваши эмоции, которые нам показывает тело. Но софт показывает нам ваши эмоции, только считывая ваше лицо. Отправляемся. Мы все шутим, что это наш вариант спа-салона. Ага. Да-да, как будто вы дреды вы мне прикрепляете. А какой спектр эмоций будет виден? Программа определяет 7 основных эмоций. Это грусть, радость, счастье, отвращение, злоба, нейтральная. Давайте попробуем. Итак, радостный. Работает. Грустный. Вроде работает. Испуганный. Удивленный. Вы больше удивленный. Ну, мне не в актерскую школу идти, конечно. Испуганный. Испугаться не получается. Это все развивается просто невероятными скачками. И уже завтра такие программы будут мониторить за нами через телефон и вообще везде. Допустим, мы хотим по фотографии человека определить возраст. Ну, на что нужно смотреть, когда мы возраст понимаем? Там, на морщины, наверное, да? На цвет волос, хотя не у всех это показатель, но тем не менее. Ну, в общем, там много чего можно придумать. И вот мы можем извлекать характеристики из фотографии постепенно. Фотография — это же такая вот, ну, по сути, табличка с пикселями. Для каждой точки на фотографии известно, какого она цвета. И мы сначала, например, можем понять, какие там цвета есть, какие вообще линии вот на этой фотографии. Дальше на основе этого понять, что, ага, вот у человека вот столько-то морщин, они вот здесь расположены, они вот такие по размеру. Дальше на основе этого можно какую-то еще более широкую картину составить, что вот кожа висит настолько-то у человека. И вот, по сути, нейросети работают именно так. Они постепенно извлекают все более и более сложные какие-то характеристики из наших данных, и они сами выучивают, ну, мы из данных это выучиваем, какие именно характеристики нам нужны. Что касается написания нейросетью текстов, то тут очень простой есть эффект. Нейросети пока что не умеют рассказывать истории. Отличительная черта повествовательных прозаических произведений в том, что они рассказывают нам историю, и рассказывают историю интересно. Нейросеть будет забывать на третьей странице про персонажа, которого она упомянула две страницы назад. Она не способна будет выстроить рассказ так, чтобы он был интересным, чтобы за ним было увлекательно следить. Что касается неотличимости текстов, написанных компьютером, от текстов, написанных человеком, то это возможно как раз в некоторой особой серой зоне литературы. Это тексты, написанные принципиально нелогичным образом, сбивчивые. Борис, в последнее время нейросети нас буквально окружают уже. Они уже стали писать картины, писать музыку. Они даже пишут уже на такие пока еще простые тексты. И вот часто представители творческих профессий, типа блогеров, журналистов, писателей, начинают уже пугать, что еще через какое-то количество лет за них уже будут все это выполнять алгоритмы, и профессия в целом уже не будет нужна. Но насколько это все близко к реальности, и стоит ли мне уже начинать думать о поиске новой работы? Да, ну вот можно сегодня попробовать как раз посмотреть, что они действительно умеют, и вы оцените. Требуется какое-то вводное слово, или фраза, с которой бы она начала стихи. «Дождь моросит». Пошел процесс. Так, интересно. Они очень быстро двигаются. Где вечно мрамор тронут первый, и порываться с кипы нивы, земля зари в своем юнеце,
Это на древнерусском на каком-то, мне кажется. Ну, что-то такое, да. Какая-то память о языке, да. «С тобой вновь в тебе молчит. Под вечной синевой полей, под кругом зарысла облив». Ну, мне вот кажется, не до конца выучил. Ну, мне кажется, он футурист просто у вас. Вот очень хороший вопрос про творчество, да, можно ли нейросетями сделать что-то новое? Вот из того, что видно сейчас, можно сделать что-то новое в рамках уже известного жанра. То есть, например, есть большое количество картин каких-нибудь в стиле там абстракционизма, например, да. Можно на них обучить нейронную сеть генеративную и генерировать что-то похожее. Ну, похожее для нейросети. Возможно, для нас это будет выглядеть как что-то новое, но стиль будет такой же. Тоже там что-то непонятное, какие-то линии, там, пятна и так далее. Но вот шансов, что такая нейросеть нам придумает новый жанр, нет. Она же обучалась на вот чем-то конкретном, она вряд ли может сгенерировать то, что человек даже пока не придумал. Вот в это поверить сложно. Что нужно сделать, чтобы нам какие-то алгоритмы могли прям вот реально изобретать новые жанры музыки, новые там стили, как писать текст? Вряд ли это современными технологиями можно сделать. Вот то, как изменится бытовая жизнь через 20-30 лет благодаря машинному обучению, это будет, мне кажется, про автоматизацию. Я думаю, что появятся там беспилотные такси. То есть мы там на работу будем ехать, например, на машине, которая вот без водителя. Я думаю, что будет сильно лучше работать какая-то, опять же, история про рекомендации. То есть, скорее всего, там алгоритмы будут внедрены настолько хорошо, что там в холодильнике условно будут стоять там какие-нибудь камеры, которые будут распознавать, сколько осталось продуктов, сами заказывать что-то, мы будем просто там ок жать, что да, готовы потратить эти деньги. Вот. И все там само заказывается, приезжает. Идея смарт-контракта, если по-простому, в том, чтобы это автоматизировать. В идеале автоматизация заключается в том, что все это программируется заранее, и потом программа выполняется в децентрализованной системе, например, блокчейне. И в таком случае не то, что не нужны действия человека, чтобы этот контракт запустить, да, или как-то условие там исполнилось, оно может автоматически выполняться, и автоматически шестеренки в системе крутятся. Тут даже более того, человек не может это остановить. Blockchain, smart contracts, digital currencies, these are the future. And nobody can stop them anymore. And they are very heavily tested at the moment, so as time goes by. And then they are very heavily tested and they will survive. So they will get out of the value of debt. And then we will see them actually, they are more and more integrated into our lives because this is the future. Another word which will be history in the future is the currency, money or cards. So we don't need to carry cards or cash money or anything like that. This will all disappear. Ну, смотрите, нейроинтерфейсы — это, наверное, можно так определить. Это набор инструментальных средств, то есть всяких аппаратных средств для считывания активности мозга и набор алгоритмов, математических методов для расшифровки этой активности. Вот. Ну и традиционно нейроинтерфейсы придумывались для задачи управления какими-то внешними устройствами. То есть там человек, например, воображает движение правой рукой, и какая-нибудь роботизированная рука осуществляет это движение. Был Стивен Хокинг, да? Он имел доступ к любой технологии, ну, однозначно. Но он не пользовался интерфейсом мозг-компьютер. У него был интерферометр, который измерял, по большому счету, активность его мышцы здесь вот, да, и он при помощи этой штуки бегал по экранчику и таким образом выбирал кнопочки, которые он хотел нажать, то есть, или буковки. Поэтому
Большой вопрос. Я совершенно серьезно говорю, что технология именно нейроинтерфейсов в их классическом понимании, когда нейроинтерфейс им неинвазивный, когда нейроинтерфейс используется для отдачи команды внешним устройствам, эта технология очень сильно перегрета обещаниями. Сейчас мы находимся в лаборатории биомеханического анализа движения. Так. Данная лаборатория позволяет нам оцифровать любое движение. От малейшей мимики лица и моторики мелких конечностей до полной физиологической анатомии движения. Что уникального в этой лаборатории? Мы оборудовали эту лабораторию самыми последними достижениями в виртуальной реальности. Если я хочу, чтобы в лабораторных условиях вы выполняли что-то на широком пространстве, так, то в данной лаборатории я могу поместить вас в виртуальную реальность с помощью данного стенда, помочь вам двигаться в этой виртуальной реальности и поставить вас в определенные условия, которые интересны мне как исследователю. Сейчас я закреплю вас на этом стенде, и мы погрузим вас в мир виртуальной реальности, где заодно подготовили для вас небольшой сюрприз. Как вы себя ощущаете? Отлично. Ага. Прикольно. Подождите, сейчас я вас экипирую остальным оборудованием. Самая интересная часть. Сейчас мы поместили тебя в виртуальное пространство, в такую себе голубоватую комнату, как на космическом корабле. Да, абсолютно. Прямо куда ты смотришь, попробуй двигаться прямо, попробуй идти. Пошел. Ну, вообще, подукачивает немножечко. Ну, это прям очень реалистично. Есть определенный индивидуальный порог, сколько каждый человек способен выдерживать вот в такой виртуальной реальности. Потому что наш мозг все время фиксирует разницу между тем движением, которое он ожидает получить, и тем, что он получает. Ну, это довольно интересная, конечно, штука. Ходьбу мы попробовали, а сейчас я покажу вам тот сюрприз, который мы для вас приготовили. Мы оцифровали в виртуальную реальность ваш МРТ-скан. Ага. И готовы продемонстрировать вам вашу же голову в виртуальном мире. Теперь вы можете взглянуть на себя изнутри фактически. Виртуальная реальность, помимо условий, воссоздания условий для эксперимента, позволяет, открывает перед нами широкий спектр возможностей по разному моделированию. Вот как вы видите сейчас, мы можем прямо заглянуть непосредственно в созданный 3D-объект. Вот конкретно вашей головы, конкретно вашего мозга. Да, это удивительно, конечно. Удивительно, что он там все-таки есть внутри. Смотрите, какой симпатичный. Вот так хорошо. Вот он. Да. Мы настолько точные модели создаем, настолько можем по-разному манипулировать ими, то завтра, когда технология будет позволять нам еще больше, только можно представить, что это даст нам. Смотрите, вы видите, что я делаю? К сожалению, да. Ну что ж, мне кажется, что в целом я получил пару новых фобий сегодня, вот здесь, когда... Ну что, будем выпускать вас? Да, выпускайте, все. Да. Ну, это, кстати, еще и может быть клево для тех, кто, например, не может вообще передвигаться. Как раз в данный момент это все разрабатывается. Есть такие исследования, уже проведенные на обезьянах, которые обладают собственным аватаром, которые ходят внутри трехмерного пространства, сталкиваются с разными поверхностями, ощупывают их и посылается сигнал обратно в мозг. Это любопытно, насколько мы сможем вот так нас погрузить в этот искусственный мир, и тогда, может быть, в каком-то варианте все эти истории черного зеркала станут возможны. Да? То есть что мы с вами в какой-то момент где-то окажемся в другом мире, который мы действительно по-настоящему будем ощущать. Оцифровка мозга и перенос его куда-то на виртуальный носитель, мне кажется, что это просто банально невозможно, потому что, ну, есть разные теории, как это можно обосновать, да? Но мозг — это не дискретная система. Если мозг не дискретная система, а аналоговая система
ее функционирование определяется наличием так называемых аттракторов. Это некие микросостояния, в которые эта система попадает. Так вот, существует теорема о том, что аналоговая система имеет вот физикали бесконечное количество аттракторов. Все. Доказательство закончено. Если этих аттракторов бесконечное количество, вы не сможете перенести динамику мозга на компьютер, потому что, ну, потому что их бесконечное количество. Я биолог по образованию, и очень часто биологи считают, что носитель важен. Но, грубо говоря, вы можете представить себе два идентичных в каком-то смысле мозга. Это одна яйцеклетка-близнеца. Но это разные люди. Да, они расходятся, и они сильно начинают отличаться, и порой это просто абсолютно разные какие-то создания, хотя очень часто похожи. В этом смысле любая копия на любом носителе, которая обладает какой-то другой, каким-то другим субстратом, другой историей, приводит к другому созданию. Делать вашу копию без тотальной копии вашего тела и сходной истории, да, и восприятия и происходящего невозможно. Может быть, через 20, даже 15 лет то, чем сейчас гордятся в своих резюме выпускники, станет таким же общим местом, как умение печатать в мое время. Я думаю, что ряд цифровых навыков станут естественными для всех. И на первый план выйдут другие, связанные с эмоциональным интеллектом, с умением быть инженерами будущего. То есть это пресловутая концепция образования на протяжении всей жизни, которую тоже мы давно знаем, но есть ощущение, что сейчас она начинает реализовываться. Сейчас люди, получив диплом в университете, да, или там, в колледже, все чаще и чаще продолжают получать дополнительное образование, да, обучаться. И это тоже, это как раз связано с тем, что этот рынок труда становится более и более плавучим, более и более изменчивым, и под это надо подстраиваться. Я думаю, что будущее интересное. Оно интересное и позволяющее каждому раскрыть свой потенциал. С наличием и позитивных моментов, и сложных, трудных времен. Это неизбежно. Но в любом вызове всегда есть возможность. И я очень надеюсь, что мы будем смотреть на наше будущее как на поле возможностей. Даже если иногда придется трудно и непросто. Будущее, конечно, будет светлым. То есть я уверен, что люди вряд ли согласятся с тем, что глобальная слежка возможна, что данные всем открыты. Нет, не похоже на то, сейчас таких тенденций не будет. Будущее, конечно, видится мне интересным. Будет очень любопытно узнать, куда мы в итоге повернем. Компьютер поможет в осмыслении тех вопросов, которые ставят перед собой гуманитарии, но не поменяют их набор. Используют ли наши знания во зло? Я надеюсь, что человечество выпутается в любой момент. Это, если вы помните, фильм «Кин-дза-дза», там современные технологии, позволяющие тогда читать мысли друг друга, привели к тому, что люди стали вести себя иначе. Какой дурак на «Кин-дза-дзе» правду думает? Как только население научится стабилизировать численность населения, вот когда всякий раз, когда происходит стабилизация численности населения, наступают периоды благополучного развития для такого биологического вида, как человек. Because what makes the future uncertain and complex is the human element, right? So if we have this kind of problems in the world, so that is also because of human, because nature actually has its own balance. Nature can regenerate itself. So we should learn from the nature. Humans will live longer, happier, and prosperous as long as they can integrate themselves with the nature. So the nature is the answer. Я очень рад, что последние 20 лет роль людей, роль пациентов в этой системе увеличилась. Вот я предполагаю, что это будет самое главное в грядущие десятилетия, когда технологии медицины станут по-настоящему соответствовать желаниям людей. Мне кажется, вот в индивидуализированности как раз и есть будущее. То есть нет уже общих шаблонов, нет среднего мозга, нет типичной репрезентации речи в мозге. Это все очень индивидуальные истории. Вот этот тюнинг на индивидуума, мне кажется, что в этом
будущее? Я все равно смотрю в будущее с оптимизмом. Во-первых, кажется, несмотря на всю стремительность этих изменений, у нас все еще есть время что-то поправить или к чему-то приготовиться и сохранить как можно больше человеческих жизней, потому что ничего ценнее этого нет. Что ж, я надеюсь, нам удалось хоть одним глазком заглянуть в прекрасное далеко, представить, что нас ожидает в ближайшие несколько десятилетий, ну и, конечно же, узнать, какие технологии доступны уже сегодня. Понятно, что предстоит еще очень много работы и без проблем не обойтись, но, по-моему, все неплохо. Жизнь людей точно станет комфортней, проще и уж гораздо интересней. Мы будем знать больше о мире вокруг, познаем лучше собственную природу, а вот как этими знаниями распорядится человечество, это, наверное, самое интересное. Всем пока!